Не было меня буквально 10 минут, уже окна замерзли. Катастрофа! Катастрофа! Короче, смотрите, что немцы за люди какие. Я, короче, на той неделе звоню немцам сюда в магазин Томбаумакт. По телефону она такая добрая, такая вся эта самая. О, бля, красавчик, ёб твою нахуй, а. Вот. И она такая-то добренькая, все, пиздец, там шойн и так, данки шойн. Блядь, сюда приехал, вышла, такая ведьма, блядь. Там что-то б-б-б-б-б-б-б-б вделывалось. Вот, потом позвала с той, с которой я звонил. Она вышла, я говорю, о, я говорю, я вас узнал по голосу, я с вами разговаривал, я говорю, вы же сказали, что поменяйте мне фляж, я говорю, я вам говорил, я говорю, и такар поменяете, вот у меня такар. Вот, я, короче, забыл этот, как его, забыл, блядь, чек, вот. Забыл чек сохранить и выкинул его. И мне без чека поменяли, ребята, у немцев это вообще классно, капец. Я им говорю, поменяйте, она говорит, ну да, поменяем. Вот, поменяли. Вроде бы этот, да, да, вроде бы этот. Вот. Да, такой же, такой же. Вот, поменяли. И это самое, кстати, такар офигенный, но почему-то быстро сломался, смотрите. Вот такой такар, просто классный, офиген. Он так, тут, короче, три скорости. Первая такая максимальная, она крепко, да? Потом вторая, она так нормально, а третья легко. Вот, и вообще классно работает, так четко, легко, целый день можно работать, рука не устает вообще. И, а у меня еще один, тоже от Rapido есть, но он железный, он тяжелый. Так туго нажимать, блин, работать, блин, там час поработаешь, все, у тебя тут уже все болит, блин. Вот. А, вот, она узнала, поняла, что я ее помню по телефону. И такая, типа, вот там, типа, положи аргон, эту бутылку в этот, в тачку. Я не понял, я говорю, чего? И она как раз зашла, ну, я за ней зашел. Я говорю, я вас не услышал. Она говорит, положи в тачку что-то, ее плохо слышно, блядь. Потому что там эти пропеллеры дуют на входе, а она там, вот. Я его так показал, она громче сказала, я говорю, а, понял. Пошел тачку взял, положил в тачку туда-сюда, завожу в тачке. Она вышла, взяла тачку и говорит, идите к выходу туда, ну, как он, аварийный выход. Вот. А я думал, это там сзади, где товар выдают. Я говорю, что мне прям туда-назад идти надо? Она... Вам никуда не надо идти. Вот тут-то типа. Я говорю, а, я говорю, ну, бля, я говорю, я же не знал. Вот. Ну, все же поменялось. Вот. И с такой злостью какой-то, блядь, как будто нахуй я у нее, блядь, 100 евро занял и не отдал, блядь. Вот. Такая злая вся. Потом, потом минут 5-6 прошло, она вышла. Мне дала там баллон, все, поменяла, все-все-все классно. И потом чик переключилась и такая... Я bitte schön Ihre Rechnung, bitte schön schöne Tag noch, tschüss. И вот так, блядь, такая добрая опять стала, сука. По телефону добренькая, потом приезжаешь, она злая как кобра, блядь. И потом в конце уже, когда tschüss, schöne Tag, и такая добрая, пиздец, как будто, блядь, она твоя, блядь, родная тетя, ёпта. Фух ты, блядь, вот такие вот немцы, офигенно странные, блядь. Странные. Они могут, понимаете, они, с одной стороны, это хорошо, что у них есть дежурная улыбка такая. Они на кассе сидят, угу, да, гудмон, гутентаг, и вот это вот все, да. И они повторяют это и улыбаются. На самом деле у них хуй знает, что дома произошло. Они будут злые, но они будут вот такую дежурную улыбку делать. Вот. И это хорошо. Они не будут портить настроение. Но когда вот так, это просто капец. Но, с одной стороны, если бы это было не во время короны, я бы, сука, на нее пожаловался, мразь. Я бы на нее сразу бы пожаловался. Но сейчас я понимаю, вот эта корона, вот эта вся вот эта вот хуетень людей делает депрессивными. Они злые, они не хотят вот этой хуйней заниматься, работать, вот это вот все, да?
хрен куда выйдешь, на выходных нигде не отдохнешь. И вот это вот все в кучу, вот этот стресс. И поэтому они такие. И поэтому я ее прощаю. Она нормально. Вот такие вот дела. Опять подписывайтесь, опять ставьте лайки, опять, короче, все, опять. Все, до свидания.